Космического времени суток, с вами Виджевери, я играю в Геншин, и сегодня мы должны отправиться на поиски Аронары по имени Арагару. Ну или Арагара. Я не совсем уверена, как правильно произносить. Впрочем, это касается очень многих имен тут. То непонятно, куда ударение ставить, то непонятно, как склонять это все. Ну, будем думать, что это все-таки Арагару. И находится он где-то внизу. Ага, это и есть тот самый друг, о котором говорил Ранакин. Оказывается, он ждал нас здесь. Арагару. Ну, здравствуй. Золотая Нара и белая леталка, вы пришли. Я Арагару. Растения и грибы рассказали мне, что вы придете. Долго же мне пришлось ждать вас. А, мы знакомы? Тебе что-то от нас нужно? Нужно. Очень-очень важное дело. Эй, успокойся, не торопись. Выкладывай. Марана становится все больше. Леса боятся говорить, боятся дышать. Марана хочет поглотить их. Чтобы остановить Марану, Аранага готовит обряд Арахаомы. Вот только для Арахаомы нужен цветок Барсам. Вот как? А где найти этот цветок Барсам? Пайман, в этот раз ты произнесла название правильно. А когда она ему неправильно говорила, я забыла уже. Цветок Барсам. Круто, да? Цветок Барсам растет там же, где и грибы. Там много лун назад были дома Нар. Но потом грязь покрыла сновидение Нар, а их воспоминания породили новую растительность, которая засыхала и вновь прорастала поколение за поколением. Туда нам и нужно. Не совсем понятно, но очень страшно. Совсем не страшно. Растениям нравятся места, которых боятся Нары. Поэтому их там много. Там руны Аронар и Нар. Они помогают не забывать и вспоминать, если забыл. Там вы и найдете цветок Барсам. Тогда давайте вместе отправимся туда. Ой, точно, еще Кусава. Кусава делает Аронар сильными. Эта сила расчистит путь. Арагару раздробит камни. Бух! Ну, чисто Супермен просто. А вы посмотрите на эту булочку. Ой. Глядите-ка, как силен этот малыш. Да, силен. Но только если камень с трещинами и покрыт зеленой лозой. Если камень целый, мне не раскрошить его. Но про Кусаву-то мы уже как бы знаем. Вроде как. Что такое цветок Барсам? Цветок Барсам – добрый друг Аронар, рожденный для приготовления Арахаомы. Это источник эликсира. Нужно пожертвовать соком, чтобы очистить Арахаому. Уже прошло много лун, осталось совсем немного. Там всегда ходячие грибы, их все больше. Плохо дело, поспешим. Вот здесь когда-то жили Нары, руны Аронар тоже здесь. С помощью Кусавы я разобью булыжник с трещинами, и мы сможем войти. Опять мы в пещеру какую-то полезем. Ну ладно. О, там где-то Тендрокул. Ну, значит, хорошо, что мы туда пойдем. О, наконец-то я смогу разбивать камни Кусава и Арагару. В странстве с Арагару вы можете использовать Кусаву, чтобы призывать его на помощь разбить камни. По-моему, в Сумеру очень много таких камней, так что это мне пригодится. Так. А Кусаву-то я убрала уже. Я убрала Кусаву, да как же я могла? Ладно. Так, где она у нас?
Давай, ломай. Камни. Вообще странно, по идее мы бы сами смогли. Ого, столько плесенников. А я думала, с них хоть что-нибудь выпадет, ну алло. Ну ладно. Так, а где это мы вообще? А, ну ладно. Хе-хе, это и есть то место, где Нары и Аранары вместе писали свои истории. Здесь есть истории Аранары, истории Нар. А еще... Ходячие грибы! Что? И у них тоже есть истории? Нет, они тоже здесь. Скорее избавимся от них, иначе они вырастут и начнут отбирать питательные вещества у других. Что тут у нас написано? Вот здесь, смотри. Ну да, руны какие-то. Это что такое? Какой-то детский рисунок? Что это? Воспоминания! Воспоминания Аранар могут храниться в клубнях и семенах, течь в жилах листьев, а воспоминания Нар вырезаются на камнях. Хе-хе. Каждый раз, когда луна высоко в небе, мы, трое Аранар, приходим сюда и вспоминаем истории из прошлого, совсем как Нары. Тогда что означает этот рисунок? Это не рисунок, а руна. Это река света, в которой распускаются звездами цветы. Река и звезды направили к нам храбрых Нар. Повелитель растений в сердцах храбрых Нар зародил ростки мудрости и приказал Аранарам привести их к пещере с сияющей водой. Это они. Рядом есть и другие руны. Давайте посмотрим на них. А говорила, что это руны? Так. А как наверх залезть? Не, ну то есть я как бы догадываюсь, как, но... По идее же оно рассчитано как бы на то, чтобы сюда могли залезть и без странника. Опять скоро метки у меня закончатся, да что ж такое-то? Так. А, еще где-то... Там. Так. Пока руны не вижу, ну ладно. Так, как тут поставить-то метку? Так. Так, куда идем мы? Хороший вопрос. Замашнайде! Береги, здесь тоже есть ходячие грибы. Ну да и пофиг. Так, вот сюда надо. Вот, посмотрите на этот камень. Я могу его разрушить. Ну давай вперед. О, вот они еще руны. Повелитель растений поднял для храбрых Нар цветочные лозы, чтобы Нары могли проникнуть в пещеру и отправиться в королевство Кхаб. Ок.
Что еще мы должны найти? Ага, поняла. Сейчас только соберу. А что они тут делают-то, господи? Капец. Столько плесенников. Так, где я там эту штуку-то видела? Вон там, да? А вон еще. Понятно? Здесь, здесь. Да, с помощью Аранар храбрые нары прогнали Марану с цветком Барсам. Черная Марана сбежала. Миг и уже исчезла из виду. Какие молодцы-то, а? Большой камень с трещинами. Дайте-ка я его раскрошу. Интересно, почему мы сами не можем этого сделать? Мы же тоже как бы не пальцем-то деланные. Берегись, здесь тоже есть ходячие грибы. Ну, есть и есть, подумаешь. Это кхаб, это сон цветка Барсам. Тихо посапывая, цветок Барсам спит на водной глади, и ему не страшна Марана. А? А дальше-то чё? Королевство Кхаб находится перед пещерой. Проходя мимо, мы должны быть осторожны. Это земля, где спят нары. Когда-то здесь были каменные дома нар, но когда они заснули, хозяевами здесь стали растения из их снов. Ого! Под заснули ты имеешь в виду умерли, да? Белая леталка все поняла? Не очень. Эх, это потому, что ты очень глупая. Вот как значит. Эй, ты на чьей стороне? Да не на чьей. Мне просто надо было что-то сказать. Сундук вижу я. Идем, Нара, мы и белая леталка. Мы выберемся отсюда вот по этому проходу. Возможно, я что-нибудь забыла опять, не знаю. Но если что, я всегда смогу вернуться правильно, в конце концов. Чего страшного в этом нет. Ура! Мы на свободе! Нары оставили камни, но не воспоминания, поэтому Нара Варуна оплакивал их здесь. И где падали слезы, там вырос лес. Воспоминания Нары Варуны и Аранар утекли в лес и собрались в королевстве Кхаб. Превратившись в сновидение, с цветком Барсам ничего не случится, пока он спит здесь. Пайман не понимает, ты о том месте, что впереди? Ага, впереди, недалеко отсюда. Так, ну все, пошли дальше. А возможно, это то, что нам как раз-таки и нужно. Я не уверена. Там вот находится вот эта вот голубая леталка. Фея, которая, в общем, идет куда-то туда и исчезает в каком-то портале, а активировать этот портал без какой-то мелодии я не могу, а как эту мелодию выучить, я не знаю. Это то самое место. Но здесь все заросло лозой, нам никак не попасть внутрь. Хи-хи, белая леталка, не паникуй, смотри. Ух ты! Как это у тебя получилось, Арагару?
Пайман тоже так хочет. Ну, я тоже хочу научиться. Штука-то полезная. Хе-хе, Арагара умеет говорить с лозой, поэтому она расступается. Язык лозы похож на песню, однако нарам очень тяжело учить его. Но Арагару научит, если Нара так этого хочет. О, так ты научишь нас песне? Пайман тоже хочет. Арагару потом обязательно научи Пайман. Хорошо, только если я не забуду вас. В смысле? Прыгаем вот отсюда. Нара и белая леталка умеют летать, так что никто не разобьется. А, в общем, где-то тут сейчас тут поставлю. Так, и мы падаем. А, то есть мне все равно надо вас бить, да? Я думала, они сами откиснут. Ну что такое-то? Ну ладно. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего полезного вроде бы. Идем дальше. А ладно. Даже музыку не послушать, так все быстро происходит. Но с другой стороны, зато не отвлекаемся на лишние бои. Еще одна фея. Это и есть королевство Кап. Здесь прячутся сладкие сны растений. Видишь, там растет цветок барсам. Ух ты! Цветок барсам вот здесь. Так вот он как выглядит. Ох, здесь все выглядит так необычно. Королевство Кхап очень слабое. Грибы пришли и поглотили много питательных веществ. Но цветок барсам не пострадал. Пока что. Давайте разрушим печать и поговорим с ним. Хорошо, мы разрушим печать, а ты поговоришь с ним. Кого? Ладно, она опять, видимо, отвлеклась на какое-то случайное событие. Давайте просто проигнорируем данный момент, да? Потому что это абсолютно бесполезно. Так, нам нужны феи, я так понимаю, да? Эй, здесь вход в пещеру, заглянем? Погоди, тут тоже есть вход в пещеру. Смотрите, там вход в пещеру, надо посмотреть. Так, а куда мы пойдем-то? Ну, давайте сначала сюда тогда сходим. Надеюсь, не потеряемся в этом лабиринте. Так, секундочку, где мы сейчас находимся? Непонятно. Ну ладно. Ура! Сундучок! Да,
А сколько ж тут плесени-то развелось, капец. Это явно от влажности, тут слишком много воды. Этот гриб очень силен. В смысле? С чего бы это он силен? Надо же! Ничего нет. Как странно. Ну как ничего? А это по-твоему что? Нара и белая лисалка, тут вылезают огромные грибы. Ну пусть вылезают, что, какая разница-то? Да сколько тут этих штук-то, капец. Выход открыт, давайте выбираться отсюда. Нет уж. Надо сначала посмотреть, что у нас здесь. Тут смотри еще сколько всего. Его. В камне должно быть что-то спрятано, верно? Так, ну что-то мы сделали. Так, откуда я пришла, куда мне надо? Я запуталась. А, точно, я же фею вела, я забыла про нее совершенно. Капец. Так, а что, она просто сделала круг? Типа, нафига? Так, теперь надо второй феей заняться. Ну ладно, хотя бы их всего две. Вообще, это мне немного напоминает эти вот катакомбы, которые были на Цуруми. Так, слегка. Там тоже грибы всякие были. Правда, они живые. Так, а я что-то упускаю. А куда ты прыгаешь-то? Ой! О, это мне спасибо. А что там внизу-то? А, ё-моё! Нельзя так делать. Подумаешь, монстры. Чё? Никогда не видели, что ли, монстров? Этот гриб сильнее тех, что мы встречали раньше. А по мне, так самый простой гриб. Гомика. Внутри камня. Внутри камня должно что-то быть, это точно. О, он здесь.
Ось, давайте активируем. Так, еще нужен третий. А где он? Саймон задается вопросом, может ли в этом камне быть спрятано что-то хорошее? По-моему, интересно, что скрыто в этом камне. О, что нам надо? Пиана отступает. Давайте убираться отсюда. Ну, как скажешь. Алло. Поехали. Чё встала-то? Не спи, замерзнешь. Барьер исчез! Мы сняли печать! Да, вот только что в этом толку? Ну ладно, пойдем посмотрим, что там есть. Скорее всего, мы найдем еще эти как там монументы. Ну и что ты? Проснулся. В смысле? Да мне что, обойти как-то надо? Господи, а что так все сложно-то? Пустите! Она бы сюда пролезла, алло. Что за приколы-то такие? Я не понимаю вообще ничего. Как туда попасть-то? Ну ладно, обойдем сейчас, может быть, как-нибудь. Вообще это тупо. Такая огромная дыра. В нее никто пролезть не может. Что же это такое, да? Вот опять. Вот, посмотрите на этот камень. Я могу его разрушить. Давай. Смотри, проход открылся. Давай зайдем внутрь. Сейчас. Надо проверить, не забыли ли мы чего. Всяко может быть. Сейчас опять кто-нибудь вылезет. Нет? Вот это я понимаю. Собрались друзьяшки. Большой камень, обвитый лианами. Дайте мне разбить его. Тут больше ничего нету. Ладно. Так, вот это третий. Ура, мы разблокировали цветок. Отлично, цветок барсан. Ой. Не тот элемент. Вот, значит, как. А теперь, значит, я могу сюда пройти, да? Так не проходила, теперь могу. Ну, ладно, я не буду это комментировать вообще никак. Здесь становится все более влажно. Это потому, что печать исчезла. Рагару просто поговорит с цветком барсам, да? Тише. Не разбуди его. Арагару разговаривает с цветком барсам. Мы вырвали цветок барсам из его сновидения, поэтому он очень зол. А? Но ради Арахаомы он простит нас. Цветок барсам, ради Арахаомы
Ради возрождения Матимы, ты присоединишься к нам? Ну, что? Памен, ты что делаешь? Памен пытается услышать, что им отвечает цветок Барсам. Прекрасно. Цветок Барсам согласился отправиться вместе с нами на приключение. Ура! Цветок Барсам у нас в руках! О, а еще цветок Барсам советует тебе беречь голову. В смысле? Береги голову и корни, иначе они повредятся, когда придет вода. Погодите, что это за звук? Осторожно! Только не говорите, что нас сейчас затопит. Откуда там вода? Что происходит? Нет! А вдруг я что-нибудь не собрала? А вдруг я что-нибудь забыла? Вас и Памен вместе с Арагаро уносит внезапным водным потоком. А если б я забыла там какой-нибудь сундук, вы что? Вы что? А, что теперь делать? А, ой, чего это вдруг хлынула вода? Памен чуть не утонула. Как мокро. Королевство Кап, сон цветка Барсам. С пробуждением цветка Барсам сон растворяется. Воду больше не удержать, вот она и вырывается наружу. Плюх-плюх, чистая и холодненькая. Вот если бы нас смыло с концами, ты бы по-другому заговорил. Хе-хе, Арагаро знает, где Нара и Белая Леталка, а растения могут подсказать мне ваше местоположение. Вы не потеряетесь. Так, у нас есть цветок Барсам. Теперь нам нужно найти гриб Зохру и траву Яджна. После этого можно попросить Аранагу приготовить Арахаому. Так, теперь еще и какая-то трава Яджна. Раньше ее никто не упоминал. Мы уже раздобыли гриб Зохра. А вот я не знаю, что там про эту самую Яджну. Да, спасибо, Нара, мои белая леталка. Аранага сказал бы, что ты совсем как Нара Варуна. Хи-хи, то есть Нара Мэй и Белая Леталка большие молодцы. Теперь разыщи Аранагу. Аранаге наверняка нужна твоя помощь. Он сейчас в лесу Матимы. Вот мне нравится, как вот меняются вот эти вот ракурсы, да. С одной стороны, вроде ничего такого удивительного, но посмотрите, да, все равно что-то происходит. И вот как-то это все выглядит живым, вот прям вот. Происходящее вокруг. Мне вот это прям вот нравится. Вроде бы мелочи какие-то, но прикольно сделано. И цапля еще тут воркует. Хорошо. Далее я отправлюсь в лес Матимы, чтобы подготовиться к обряду Арахаумы. Встретимся там. Ну что ж, встретимся там. Последняя глава. Правда? Но мне тут еще на самом деле кое-что надо будет сделать, поэтому я туда отправлюсь потом уже. Интересно, а я так и не выучила вот эту вот мелодию, или как она там звучала-то. Тут, кстати, еще что-то у меня было, я недавно замечала, поэтому давайте-ка вот сюда заглянем, да? Так, там Аранара застрял, давай спасем его. Да, я была права. Так, господа, расходимся, расходимся, да? Ола. Спасибо тебе, подруга Нара. Спасибо тебе, подруга Нара. Ой, спасибо, Нара. Извини, но мне пора. Да прибудет с тобой Арамахоконда. Ну вот да. Это было важно, я считаю. Помочь Аранаре, так как их отмечают. А вот так вот. Я запуталась уже в этих метках. Ну и, наверное, продолжу уже в следующий раз, да. Вот.
Главное, что мы нашли вот этот цветок барсам, и теперь я примерно представляю, что это значит, для чего он нужен. Возможно, я такой цветок уже видела, вот. Ну, а пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания. あなたは鋭い目を持ってるんだね。